экстремальную реакцию. Посмотрите на 18 место. Этот молодой отец устал от того, что жена заставляет его менять подгузники. Ну и что, что она родила этого маленького монстрика? В итоге папаша придумал, как раз и навсегда отделаться от неприятной обязанности. Вам нужен подгузник, ореховое масло и вода. Это как-то неправильно. А дальше еще хуже. Расставив скрытые камеры, шутник готов к розыгрышу. Это ты? Иди сюда. Я менял подгузник Аланы. Он как-то странно пахнет. Что значит, он странно пахнет? Посмотри. И вкус какой-то странный. Что ты делаешь? Иди сюда. Попробуй. Когда папа пробует содержимое памперса, мама чуть не лишается своего обеда. Поправочка. Обед все-таки покидает ее желудок. Давай, посмотри. Пошел ты. Остался только один вопрос. Я все еще должен менять подгузники? Скорее всего, нет. Но, возможно, ему придется теперь убирать за женой. Ты в порядке? Розыгрыш становится.